56-летний Брэд Питт, встретился с 50-летней Дженнифер Энистон. Дженнифер Энистон, на премии гильдии киноактеров SAG Awards. Актер очень старался обратить на себя внимание бывшей жены. Звезда сериала «Утреннее шоу» получила награду за лучшую женскую роль в драматических сериалах. Питт поспешил поздравить Энистон с победой. Эмоциональное общение Брэда и Дженнифер запечатлела известная фоторепортер. Эмма Макентайр сделала ставший уже знаменитым кадр, когда Питт нежно держит Дженнифер за запястье. По словам Эммы, после объявления о победе Энистон бывший муж сразу стал искать ее глазами в толпе. На церемонии было шумно, и Питт несколько раз напрасно пытался привлечь внимание артистки. Когда я увидела Брэда, стремительно шагающего по коридору в сторону Джен, поняла, что скоро появится достойный кадр, цитирует слова Макентайр Daily Mail. Чтобы экс-супруга заметила его, голливудский актер резко выкрикнул ее фамилию. Он спешил к ней через весь зал. Питт воскликнул: «Энистон», рассказала Эмма. Лишь после этого Дженнифер обернулась и обняла Брэда. Ранее известный психолог проанализировала закулисную встречу Питта и Энистон в Лос-Анджелесе. Она отметила, что актер пытался привлечь внимание бывшей супруги интимными жестами. Звезда вышла на сцену в облегающем платье без бюстгальтера. Недавно Питт и Дженнифер впервые после громкого развода появились вместе на премии «Золотой глобус».